Вот и подошла к концу главная ярмарка Подмосковья. С 25 декабря практически три недели химчане и гости нашего города могли не только приобрести товары народных промыслов, праздничную атрибутику или другую продукцию, но и посмотреть концерт от творческих коллективов Москвы и Московской области. Мы сегодня завершаем, мы пройдем калейдоскопом все 18 дней. Вспомним, с чего мы начинали, какие программы у нас были. Скоро Дед Мороз придет со спиной елочка, пушистые иголочки. Много коллективов, были детские, цирковые, приезжали из разных городов, у нас творческие коллективы, были различные артисты за 18 дней. Вообще тут очень красиво, очень изменилось. И внимание обратилось, что очень стильно оформили елку. Вот, то есть в этом году просто какой-то прогресс. Ярмарка прошла замечательно, это впервые в нашем городе. Кто приехал сюда раз, они приглашали своих уже людей, родственников, друзей, приглашали приехать в наш парк. Народу было, по моим подсчетам, по нашим подсчетам, около 100 тысяч посетило с 25 числа. Вот и снова среди вас, дорогие дети! Нравится, что сцена есть, что много огней, что много горок, ледяных скульптур. Все красиво. От станции родной, помню, до Ферсановки гуляли мы с тобой.